Всем привет! Пришла к бабушке Кате. Вот. Джек меня встречает. Джек, эй ты! Вот такой участок. Такой красота какая открывается. Смотрите. Озеро. Ветер. Сегодня ветер. Ну, пойдемте. Пойдемте в гости. Такая терраска крытая. Такая вот верандочка. Здесь такая кладовка. Вот. Нужные вещи хранятся. Дальше. Там еще одна кладовка. Вот она. Такая. Тоже для нужных вещей. Пойдемте в хату. Чтобы ты пришла вдвоем. Так. Вот мы пришли к бабушке Кате. Опять в гости. Как вы и просили, покажу вам, как бабушка живет. Вот такой вот у нее здесь прихожая. Она здесь сидит, здесь ее уголочек. Вот. Ей тут удобненько на диванчике, да? Чистенько все кругом. Хорошо. Вот, здесь печка большая, русская. Но я показывала уже ее. Рощь, не боюсь. Да, печка классная вообще. Она мне так нравится. О. Потом кухня здесь тоже. Такая небольшая кухонька, но видите, как вот. Маленькая, аккуратненькая. Все красиво. Все пучком. Вот. Газ у бабушки. Ау, чё, бабуль? За меня Алёшку. А, ну ладно, позову. Вот. Сейчас покажу всем, как у вас тут плита вот газовая. Водопровод у бабушки. О, котейка спит. Так, там будет немножко темновато, но... Сегодня праздник. О, какой праздник? Михайлов день. О, сегодня Михайло. Вот так. Ладно. Душ есть у бабушки. Это вам не хухры-мухры. Вот. Здесь печка. Вот на печку можно залезть. А там ранюшка на печке. По этой... Лесенка вот стоит. Ну, здесь темно. Здесь темновастенько. Плохо видно. Вот. Вот такая кухонька. Небольшая. Ну, что бабушке надо? Все хорошо. Я А? Что поговорила?
маленько что. А, сейчас. Сейчас я еще там покажу, да? Во, это вот светелка. Сейчас свет включим. Это вот, или как называется, зал. Все в коврах у бабушки. Тоже чисто. Чисто так, прикольненько. Сервантик здесь вот. С чашками, рюмками. Фотографии бабушкины. Внуки. Вот. Дети, внуки. Бабушки, дочь. Сколько ей? 69 лет. И сын. Ну, сын уже умер. Сына нет. Осталась дочь. Вот так вот. Тут вот спаленка. Не знаю, будет видно, нет? Нет, не видно. Ничего не видать. Темно. Ну, вот тут вот спаленка там. Там стоит кровать. Гардероб. Стульчик. Печка. Вот такая вот голанка. И тут вот бабушкино кубло. Бабушкина комната. Тоже. Ну, ну так, тоже темно, не видно ничего. И света там нет. Ну, как-то так вот. Вот так вот. Вот так живет наша бабушка. Два аппарата у нее, куча таблеток. Вот так. А что делать? Ну вот. Вот так вот. Ну что? Принесла вам пирога. Чай попьем. Да, я вижу. Да? Что вы там говорили? Ой, праздник сегодня? Да. Михайлов день. Михайлов день. Вот так. 21 ноября это в числах. Я бы тут забыла. Валентаж. Какое сегодня число? Вы говорите, конечно, праздник большой. Ну, сколько деревень празднуют престол. Ага. Вот, под Рождевом, я знаю, там деревня, престол у них. Ага. Вот как? Ну, это праздник общий, божественный праздник, общий. Угу. А кто только престол празднует этому, вот так. Это совсем другое. Ну ладно. Вот, бабушка нам сейчас чай сделает. Будем чай пить. Топ-топ-топ-топ. Топ-топ. О, какая бабулька. Так она мне нравится в валеночках. Такая. Все одной рукой делаю. Все одной рукой. Одна рука плохо поднимается. Вот так. Сейчас чай попьем. Во, все сама. Молодец. Много, много. Донесете? Ой-ой-ой. Я думаю. О.
Говорю, давайте помогу. Не, я сама. Вот так. Надо, говорит, шевелиться. Да? Надо шевелиться. Все, пришло, хватит. Все. Пробежка, да? С препятствиями. Даже дыхать нечем. Как болит спина. Ну, шо ж. Это и так. В 94 года. 95. 95 уже. Уже 95 считай, да. Что тут осталось? 22 января 95 глохнет. Ну, 2 месяца осталось. Вот. У меня медведь. Скажи ей, бабушка, до 100 лет. Я говорю, спасибо за приглашение. Мы будем гордиться. Да. А ты поддержала свою мать, пусть бы она жила до 100 лет. Будем... Что ты мне обрекаешь? Мы и так вами гордимся. А? Мы и так вами гордимся. Вы и так наша гордость. Я убитый человек. Вот я вам сейчас покажу свои удостоверения. Ага. Медали, не знаю, где подевали. Когда приезжает мальчик, Никита, я ему Андрей накалываюсь, он выходит и говорит, баб, ты мне медали дадишь? Я говорю, ну кому больше, тебе. Угу. Ой, баб, пап, а мне бабка медали дадить? Говорю, я жалеток не жалею. Да. Вот, пошла бабулька. Пошла, пошла. Вот, вот, передохнула, опять побежала. Да? Вот, все у нее есть. И конфеты, и печеньки, и пряники. Ну все, будем пить чай, да? Да.